Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами. Работа начинается. Усердно будем мы трудиться, чтобы чему-то научиться. Тема нашего урока – звуки Б, Б, буква Б. Сегодня на уроке мы будем выделять звуки в словах и различать их признаки. Научимся слышать звуки Б, Б в произносимых словах и определять место нового звука в слове. Напишем строчную букву «Б», прочитаем слова, предложения и тексты. Я загадаю вам загадки. Слушайте внимательно, отгадайте обязательно. Носит он крутые рожки, у него копытца, ножки, теплый шерстяной кафтан, «Бе», он скажет нам. Кто это? Баран. Послушайте стихотворение о баране. Назовите звук, который повторяется чаще других. Был у бабы баран. Бил баран в барабан. Лбом бил баран в барабан. Бум-бум-бум. Чаще других в словах повторяется звук «Б». Какой это звук? Произнесите. Звук «Б» при произнесении встречает преграду – губы. Значит, звук «Б» согласный. Следующая загадка. Дом – глубокая нора. Ночь – рабочая пора. Корм – лягушка, черный жук. Там в лесу живет барсук. Рассмотрите иллюстрации в учебнике на странице 32, в верхнем ряду справа. Произнесите первый звук в слове «барсук». Звук «б». Звук гласный или согласный? Звук согласный при произнесении встречает преграду – губы. Произносим звук «а». Звук гласный, безударный. Произносим звук «р». Звук согласный, звонкий. Звук «с», согласный, глухой. Звук «у», гласный, ударный. Звук «к», согласный, глухой. Делим слово на слоги. Бар, сук. Два слога. Следующая загадка. В небе кружит птичья стая. Стая вовсе не простая. Стаю эту ты не бей. Стаю сизых голубей. Первый звук «г». Звук согласный, звонкий, твердый. Звук «о» гласный, ударный. Звук «л» согласный, звонкий, твердый. Звук «у» гласный, безударный. Звук «б» согласный, мягкий. Звук «и» гласный, безударный. Делим слово на слоги. Го, лу, би. Три слога. Буква «Б» обозначает звуки «Б» – твердый согласный звук, «Б» – мягкий согласный звук. Звуки «Б», «Б» – звонкие согласные звуки. Прочитаем слоги. Ба, бу, би, бо, бы. Аб, уб, иб, об, иб. Вспомните главные правила на уроке при работе в прописи. Правильно сидеть, правильный наклон тетради, правильно держать ручку. Открываем пропись на странице 30, задание первое. Рассмотрите, из каких элементов состоит строчная буква «Б». В строчной букве «Б» два элемента – овал и прямая наклонная линия с плавным поворотом вправо. Сначала пишем основной элемент – овал. Писать его начинаем так же, как букву «А» в начале слова. Затем пишем дополнительный элемент, ведем прямую линию вверх и делаем плавный поворот вправо.
На первой строке напишите элементы буквы «Б». На второй и третьей напишите строчную букву «Б». Пропишите слоги «ба», «бо», «би», «бу», «бы». Чтобы правильно соединить букву «Б» со следующей буквой, надо сделать отрыв. Написать букву «Б», затем снизу вывести соединительный элемент и написать следующую букву. Работаем по учебнику. Страница 32, задание 3. Прочитаем слова вместе со мной. Бал, был, бил. Брал, убрал, набрал. Бак, баран, барабан. На казахском языке баран – кой. На английском – шип. Работаем в прописи. Угадай слово по первым звукам. Первое слово – баран. Второе слово мы узнаем, разгадав ребус. В слове «бант» замените букву «а» на букву «и». Какое слово получилось? Второе слово – «бинт». Выполняем слогозвуковой разбор слова «баран». Произносим первый звук «б». Звук согласный, звонкий, твердый. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук «а» – гласный, безударный звук. Закрашиваем клетку красным цветом. Звук «р» – согласный, звонкий, твердый. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук «а» – гласный, ударный. Закрашиваем клетку красным цветом. Звук «н» – согласный, звонкий, твердый. Закрашиваем клетку синим цветом. Делим слово на слоги «ба-ран». Два слога. Разбираем слово «бинт». Произносим звук «би». Согласный, звонкий, мягкий. Закрашиваем клетку зеленым цветом. Звук «и». Гласный, ударный. Закрашиваем клетку красным цветом. Звук «н». Согласный, твердый, звонкий. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук «т». Согласный, глухой, твердый. Закрашиваем клетку синим цветом. Делим слово «бинт» на слоги. Один слог. Рассмотрите рисунки. Расшифруйте слова. Первое слово «забил». Второе слово «прибил». Третье слово «разбил». После урока составьте с этими словами предложение. А теперь прочитаем рассказ в учебнике на странице 33, задание 5. Рассказ называется «Бык». Было утро. Булат поил Бобика, а тут бык. Бык напал на Булата. «Бобик, Бобик, спаси Булата!» Бобик спас Булата. «Спасибо, Бобик!» После урока найдите слова, в которых есть буква «Б». Дайте характеристику этим словам. Почему Бобик спас Булата? Собака – друг человека, а друзья всегда приходят на помощь. Собака – человеку неизменный друг. Второе задание в прописи. Правильно расставьте слоги в словах. Запишите слова прописными буквами. Прочитайте предложение. По барабану бил баран. Сколько слов в предложении? В предложении 4 слова. В конце стоит точка. Напишите это предложение, проговаривая слова по слогам. Заселяем домик букв. Следующая буква – «Б». Подводим итоги. Сегодня мы научились выделять звуки в словах и различать их признаки, слышать звуки «Б», «Б» в произносимых словах, определять место нового звука в слове.
писать элементы букв и их соединения, читать слова, предложения, тексты. Ребята, если вам было интересно на уроке, нарисуйте смайлику улыбку. Закрасьте кружок на шкале трудностей. Наш урок подошел к концу. Новых вам открытий. До свидания!